Хоть синоптики и предупреждали о надвигающемся снегопаде, никто не ожидал, что осадков выпадет так много. Вторые сутки дворники железнодорожного района Самары, начиная с 5 утра, расчищают внутриквартальные проезды. Сегодня во дворах Самары работают в усиленном режиме. На борьбу с непогодой мобилизованы почти 300 специалистов коммунального хозяйства и 17 единиц техники. Бесперебойной работе по расчистке улиц от снега отчасти препятствуют припаркованные у жилых домов автомобили. Если мы заранее готовимся, нет, допустим, неожиданного снегопада, мы развешиваем объявления на подъезды, что такого-то числа со стальки до стальки будет производиться механизированная уборка. Автовладельцы в основной своей массе относятся ответственно к этому. Сотрудники ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний убедительно просят автовладельцев обращать внимание на внештатные ситуации и по возможности убирать свои автомобили от подъезда в период снегопада, иначе парковаться из-за высокого снежного покрова станет сложнее. Кроме того, специалистами коммунальных служб ведется активная работа по очистке скатных кровель жилых домов от снега. Таких зданий в железнодорожном районе Самары 580. Вчера здесь работали 23 бригады кровельщиков. Сегодня у нас на территории района 47 бригад кровельщиков. Это у нас управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и социальная сфера чистится. Работаем активно очень. Все работы по расчистке внутридворовых дорог и территории Самары ведутся в штатном режиме. Если в ближайшие дни снегопад продолжится, количество бригад увеличит до максимального числа. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.